бензопил, газонокосилок и всего остального. Вот. Никогда не было на предприятии, кроме речных пил, ничего. Все это было выделено. Вот. И в связи с этим, что было выделено, было столько выбелено деревьев, столько посадки, я все покажу, сколько всего сделано. И благодаря того, что ну, мы это все время привлекали, помощи предпринимателей города, которые имеют договора с комбинатом и оказывают услуги по похоронам, это 33 человека занимаются по памятникам, и 10 предприятий занимаются по захоронениям в городе Мариуполе. Но самая большая оказала помощь самая большая фирма ритуальная, это Скорбота. Они оказали не просто помощь, они вывезли нам, помогли. Безвозмездно дали с завода нам шлак, 2000 тонн шлака отсыпали, вывезли по кладбищу Старокрымскому, Новотроицкому, фирма Скорбота. И помогла бензином, маслом всем для бензопил, чтобы можно было пилять, не останавливая. Значит, на сегодняшний день Новотроицкое кладбище, неухоженные могилы, процентов на 30, все, что деревья росли, выпилили. В Старом Крыму тоже самое, процентов 25-30 неухоженных могил, которые выпили на деревья и поросли, которые росли. Все, что мы могли достать, которое 10-15 метров от дороги, мы все деревья выпилили. То, что дальше, мы не можем физически это заниматься. У нас на городе Мариуполе нет такой техники на сегодняшний день, к сожалению, которой можно было зайти 30 метров от дороги и выпилить. Но будем заниматься, будем думать, я думаю, при помощи заводов что-то придумаем, вот, потому что нам, у нас нет, и в России нет такой вышки, чтобы мы могли. Я покрутил, попиляли, вы сейчас посмотрите, если вот сделано. Вот огромный труд, спасибо всем, кто помогал.